Итак, у нас четвертьфинал Кубка. Командам остается сделать всего лишь несколько шагов до финала. Да, действительно, это та самая стадия, где слабых команд уже не осталось. Поэтому давайте смотреть по-настоящему хороший и качественный футбол. Что можно ожидать от англичанок на поле, как ты думаешь? Ну, в первую очередь обратим внимание на игру в атаке. Там есть на что посмотреть. Не зря нападение Англии считают одним из самых мощных в женском футболе. Сегодня сборная Бразилии встречается со сборной Англии. В таких случаях говорят, напряжение такое плотное, что его можно резать ножом. Этого матча ждали давно, и от его исхода зависит очень многое. Ну, мне нечего добавить, все верно. Осталось подождать еще чуть-чуть, затаить дыхание и наслаждаться игрой. Итак, состав сборной Бразилии нам покажут. Тренеры часто объясняют, что вот это вот цифровое отображение схемы имеет исключительно формальный характер. Все вот эти пять полузащитников могут в одночасье стать нападающими. Состав сборной Англии на ваших экранах. Ну, как мы видим, их тренер решил сделать ставку на полузащиту. Построение 4-5-1. Сегодня главный арбитр Ингрун Свансдоттир. Команды начинают эту игру. Поехали. Росан. Это может быть опасно. Нет, такими ударами забить вряд ли удастся. Джордан Нопс. Плохо сыграно. Мяч потерян. Люси Фронс. Кристиан. Аут. Мяч у сборной Бразилии. Андреса Алвес. Дебини. Какой навес! С углового мяч будет введен в игру. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Постряющий пас. Какой удар! Удар отличный, но защитник-то каков, вернее, какова, а? Просто невероятный перехват. Джейд Мур. Росан. Прекрасный навес!
Фабиан. Андреса Алвес. Удар. Какой сейв! Вратарь творит чудеса. Судья показывает, что будет угловой. Должен играть вратарь при угловом. Жил Скотт. Бразильянки будут вводить мяч в игру из аута. Фабиан. Моник. Дебиги. Формига. Андреса Алвес. Кристиан. Моника. Фабиан. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Пас фланга. Джо Поттер. Стеф Хьютон. Хороший контроль мяча. Тони Даглер. Пас назад. Что же, иногда и так приходится играть. Фабиан. Росан. Марк. Такие приемчики нравятся болельщикам. Какой шанс! Гол! Мяч в сетке! Я думал, что мы увидим напряженную борьбу, но пока что одна команда полностью доминирует. Да, полное превосходство по ударам вообще и по ударам в створ. Надеюсь, нам скоро покажут статистику. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Один ноль в нашей игре. Люси Фронс. Стеф Хьютон. Все в рамках правил, можно играть. Вот это здорово! Отличная работа! Дебиня! Росан. Формига. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестящий. Удар поворотом. Относительно легкий мяч для вратаря. Дебиги. Формига. Отличный чистый отбор. Джо Поттер. Главное, судья назначает штрафной в пользу Англии.
Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Две минуты еще играть. Именно столько добавляет судья. Томинес. Жил Скотт. Половина четвертьфинала позади. Одна из команд добилась преимущества. Оно зыбкое, но все равно преимущество. Думаю, они очень довольны. Теперь ему нужно не словить головокружение и довести начатое дело до победного конца. Какой шанс! Гол! Мяч в сетке! Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Дебиги. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Фабиан. Альвес да Сильва. Удар! Опасно! Нужно выходить из ворот. Все правильно. Плохая передача. Еще бы ее не перехватить. Марк. Плохо сыграно. Мяч потерян. Керен Карни. Борьба за мяч. Джо Поттер. Какой навес! Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Готовится замена. На поле появится новый игрок. Джордан Нобс! И это шанс сравнять счет. Вернее, был шанс сравнять счет. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Тамирес. Росан. Кристиан. Керен Карни. Жил Скотт. Керен Карни. И есть поддержка у этой атаки. Загружает мяч в штрафную площадь. Арбитр показывает от ворот. Бруно Бенитес. Росан.
Фабиан. Ждем судейского свистка. Замена готова. Вот это удар! От вратаря в ворота мяч влетает. Блестяще! Тотальный футбол в действии. Да, агрессивная манера игры в атаке просто не оставляет шансов сопернику. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Керен Карн. Аут в пользу Англии. Тренер бразильянок будет проводить замену. Керен Карн. И навес. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Томирос. Удар! Арбитр назначает угловой. Мяч вынесен подальше от ворот. Опасность миновала. Керен Карни. Тони Дагна. Штрафной пробьют англичан. Ну, нехорошо, знаете, так реагировать на игру девушки, даже если у нее сегодня ничего не получилось. Да уж, этот матч она точно не запишет себе в актив. Здесь главное не впадать в уныние, а продолжать работать. Андреса Алвес. Степ Ютон. Керен Карни. Кристиан.
Мяч перешел к другой команде. Вот это здорово! Отличная работа! Момент! Нет, офсайд! Ну что же, ждем усиления атакующей игры вот с этой замены. Пусть немного авантюрной, но предсказуемой в общем-то. Да, команда проигрывает и стремится сравнять счет. Формига. Альвес Дасиль. Свисток. Положение вне игры. Пара Уильямс. Ну-ка, давай подачу в сторону вратаря. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Это момент. Еще раз смотрим офсайд и видим, что он действительно был, и бригада арбитров не ошиблась. Андреса Алвес. Росан. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Бруно Бенитес. Оригинально сыграно. Мяч остается у них. Кристиан. Ударище просто. Штанга. Момент не закончен. Вот это поворот! Фантастика просто! Андреса Алвес. Альвес Дасиль. Мяч летит в сторону ворот. Мяч выбит. Угроза миновала. И вот потери в центре поля. Победителю сегодняшнего матча остается подняться на две ступени. Полуфинал и, может быть, финал. А это уже игра для избранных. Туда поднимаются только сильнейшие. Какой шанс! Гол! Мяч
Рике! Ждем судейского свистка, замена готова. Игрок стоит. Вот это удар! От вратаря в ворота мяч летает. Кристиан. Ударище просто. Штанга, момент не закончен. Hindsight's a wonderful thing. When we're all experts who pretend. Where's a good place to begin?